В Бийске открылась уникальная детская площадка. Теперь на территории Бийского архиерейского подворья юные бийчане смогут научиться безопасно переходить дорогу и изучать дорожные знаки. Это первая в городе специализированная площадка, которая работает в открытом режиме, то есть вход в нее свободный и для детей, и для родителей. Ставка организаторов этого места отдыха сделана на то, чтобы бийские дети в игровой форме изучали правила безопасности дорожного движения. По прорисованным на асфальте маршрутам можно проехать на велосипеде, самокате, роликовых коньках. Дети постарше могут испытывать свои силы на веломобилях. Самые маленькие включаются в познавательную игру с классическими машинками. Организаторы заверили, что площадка будет открыта до самой зимы, пока разметку не занесет снегом. Отметим, что проект «Город безопасных дорог» реализован историко-культурным просветительским центром имени Макария Алтайского при поддержке Бийской православной епархии и ГИБДД. На площади архиерейского подворья краской на асфальте нарисовали маршруты дорожного движения с пешеходными зонами, со знаками дорожного движения. И любой ребенок любого возраста может на велосипеде, самокате, роликовых коньках, даже катая машинку, этот маршрут освоить. Он тем образом будет изучать правила дорожного движения, соблюдать их потом в жизни, в дальнейшем, что ему пригодится. Может пригласить своих друзей и устроить состязание, соблюдая правила дорожного движения.